Сегодня в КБГУ открылась международная научная конференция «Адыги. История и современность». Форум собрал признанных кавказоведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Майкопа, Краснодара и крупнейших зарубежных центров Франции, Германии, Турции, Абхазии, Армении и Грузии. Участников конференции приветствовал в Рио главы КБР. Юрий Коков выразил надежду, что столь представительный форум, который в таком широком научном кругу в России проводится впервые, выработает единую объективную трактовку истории черкесов. Повестка дня конференции, профессиональный состав ее участников позволяет надеяться, что она станет своеобразной точкой отсчета в понимании актуальных проблем изучения адыгской истории, которые на протяжении последних двух десятилетий активно и заинтересованно обсуждаются в обществе. Непримиримость же позиций, а порой разнополюсность оценок ключевых событий и периодов в истории адыгского народа отдаляет нас от благородных целей и задач, подобных нашему форуму, и не способствует консолидации общества. Более того, подобные явления, будучи перенесенными в сферу обучения молодежи, транслируют сегодняшние противоречия в будущее. В то же время это вовсе не означает, что мы призываем историков к казенному единомыслию. При всей разности оценок, мнений, мы должны относиться к ним с уважением, потому что это жизнь нашего народа, это жизнь наших предков, и отечественная история – основа нашей национальной идентичности и культурно-исторического кода. Менее чем через месяц исполнится 150 лет со дня окончания Кавказской войны. Многие аспекты этого трагического исторического события ныне остро дебатируются в обществе. Но при любых подходах к ней остается бесспорным, что Кавказская война представляет собой драматическую страницу истории адыгов. И адыги вправе ожидать, что к ней, к страданиям и утратам их предков, будут относиться с уважением. Известно, что в мире практически нет ни одного народа, не испытавшего на определенных этапах своей истории трагические события, которые имели колоссальные последствия для каждого из них. В этой связи отрадно, что современные адыги вполне осознают это, что трагизм истории проявлялся не только в их судьбе, но и в судьбе многих народов России и прежде всего русского народа. Адыги не спекулируют на страданиях своих предков. Для них неприемлемы попытки утверждать свое достоинство за счет унижения достоинства других народов. Ярким свидетельством тому явилась позиция, занятая черкесами, адыгами по отношению к Олимпиаде в Сочи, что было с благодарностью отмечено президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на встрече с представителями общественного совета по подготовке и проведению 22-х зимних Олимпийских игр. Понимая, какие масштабы человеческие потери принесла Кавказская война всем участникам этих событий, отдавая должное памяти ее жертв, адыгский народ четко осознает, что только в мирных условиях, на основе взаимного уважения всех наций и народов нашей великой страны, возможно его поступательное развитие и достойное будущее. В современных условиях очень важно продолжить профессиональную, непредвзятую дискуссию вокруг наиболее спорных событий истории. Уверен, что столь высокопрофессиональное представительство участников форума позволит достичь стоящих перед конференцией благородных целей, и ее результаты придадут новый импульс истории адыгского народа. Уважаемые коллеги, однажды французский историк Эрнест Ренан сказал мудрую вещь. Сообщество может состояться, если оно умеет не только помнить, но и забывать. Первую часть этой формулы мы усвоили хорошо. Второй придется учиться, причем, думаю, всем вместе. Сегодня участники конференции провели круглый стол, посвященный этническому многообразию народов Кавказа, роли адыгов в современном мире. Кавказоведы попытаются выработать согласованные и научно выверенные подходы к изучению наиболее сложных и драматичных страниц истории черкесов, которые до сих пор вызывают споры и становятся объектом войн памяти. Международная конференция продолжится завтра.